Как родителям и педагогам взаимодействовать с детьми с особыми образовательными потребностями? Этот вопрос обсуждали сегодня в Алматы на благотворительном форуме «Время добрых дел». Форум приурочен к первой годовщине Союза родителей. Он объединил свыше 120 участников. Эксперты в сфере клинической педагогики и инклюзивного образования поделились своими кейсами и опытом. Они отметили, что количество лиц с инвалидностью с каждым годом увеличивается. Сегодня в Казахстане их 742 тысячи. Из них 188 тысяч – это дети до 18 лет.